Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. У этой собаки редкое заболевание. Каждый раз, когда она перевозбуждается, она на секунду падает в обморок. Хозяева обращаются к многим врачам, чтобы понять, есть ли в этом что-то серьезное, может быть, это припадок. Но оказалось, что это полностью безвредно. Хозяева утверждают, что их собака очень счастлива. И, видимо, ее и правда не особо заботит ее небольшая особенность. Этот песель просто с ума сходит, когда кто-то произносит слово попкорн. Попкорн. Эти полицейские получили сообщение об ограблении. Мол, прямо сейчас выносят вещи из задней двери, и они решили прямо там бандитов и подождать. Никому не двигаться! О, сработало! Да. Так, ты. Так, выйди сюда. Наденьте на него наручники. Так выглядит реклама холодного кофе. Во многих странах запрещено в рекламе использовать компьютерную графику, поэтому приходится снимать по старинке. Этот парень пытался чистить огромный ковер во время бури. Спасибо большое за просмотр и буду очень благодарен, если вы поставите лайк под это видео, а перевел и озвучил виски. Ага.